Всем привет! Нахожусь сейчас на одной из улиц города Майкопа и хочу вам показать особенность нашего города. Ну, скорее всего, городов юга России. Я вот сколько видел в Динской, Краснодаре, у нас в Майкопе. Вот такие вот дома. Это послевоенные. Дома, возведенные в послевоенное время. И вот над ними вот такие вот навесы сделаны, узорные навесы. И самое главное, вот такая двойная дверь. Двойная дверь, которая выходит на тротуар. Сколько живу, я ни разу не видел, чтобы эти двери были у кого-то открыты. Что-то происходило, для чего это делали, я до сих пор не знаю. Но всегда эти двери, видите, какие-то красивые, узорчатые. Ну, таких домов становится все меньше и меньше, потому что они дома старенькие. Очень много саманных домов, которые уже посносили, уже там новостройки. Поэтому я вот собрал маленькую коллекцию таких вот домов с навесом. Поэтому смотрим и любуемся. Вот еще один дом. Посмотрите, какой старенький дом. И вот такой аккуратный у него был навес. И главное, интересно, везде почти узоры у всех одинаковые. И здесь, посмотрите, какая аккуратная дверь. И эту дверь не открывали очень давно. Еще лет, может быть, 15 тому назад. Можно было по какой-нибудь бабушке, которая стоит возле дома, спросить, для чего это сделано. Но сейчас вот я гуляю, не увидел никого, чтобы кто-то стоял возле калитки, кто-то разговаривал. Поэтому такая вот история. Thank you.
Всем привет! Недавно смотрел видео одного блогера, и под этим видео были комментарии. Люди пишут, что первый раз видят, как растет грецкий орех. И вот я вышел тут перед своим домом собирать грецкие орехи. За ночь нападало, ну я думаю, нападало много грецких орехов, и сейчас мы с вами их пособираем. Вот я уже вижу тут на дороге нападало их. Вот они валяются, прям слышно, как они бьются об асфальт. Вот, раз орех. Вот два ореха. Вот орехи. Их надо собрать, потому что сейчас сыро, идет дождь у нас. Чтобы они не отсырели. Надо их быстренько собрать. Посмотрите, сколько орехов. Это вот за ночь нападало столько. Ужас. О, даже пропустил. Только прошел, и орех упал. Сзади меня. Так, маленькие я не буду собирать. Чей-то бычок. Вот, посмотрите, сколько в одном месте орехов. Это еще ветра не было. Когда будет ветер, они вообще будут сыпаться. Вот, посмотрите. Орехи. Еще один упал орех. Я вчера вечером тоже приехал с работы, собирал орехи. Вот тут все было чисто. Видите, сколько нападало за ночь. Кошмар. Короче, вот эта вся лужайка тоже в орехах, ребята. Я собрал только с дороги. Сейчас я выключу телефон и видеокамеру и буду собирать, потому что у меня уже моргает значок, что садится батарея. Так что вот столько у нас орехов в этом году. Вот этот тазик вчера мы собирали. Вот это вот ведро, ведерко, я сейчас собрал. Даже не успеваю их собирать, только собрал в одном месте. Вот Барсик пришел, да, Барсик? В одном месте собрал. А они падают. Барсик, кто тут? Чужой кот был, да? Вот они, орешки.